Ну все же уже решили, и театр у нас есть, и эти двое есть, и я есть. Ну вот и осталось же совсем немножечко, осталось всего лишь навсего написать, ну вот какую-то там пьесу. Уже даже голосование провели телезрительское, уже даже с темой определились, а написать все никак не могу. Ну битый час пытаюсь что-то написать, а не выходит. Эх, ну, что делать, я... И вообще... Вообще не во мне дело, а дело во вдохновении, которое никак не может прийти. Эх уж это вдохновение. Сколько же его можно ждать? Ну когда же оно уже придет, это вдохновение? Кажется, пришло мое вдохновение. Вот оно. Так, значит, помоцы, ратунку. Так, сейчас. Что-то какое-то оно странное, это вдохновение. Польское какое-то вдохновение. Помоцы! Кажется, это не вдохновение вовсе. Кажется, кому-то нужна моя помощь. Так, сейчас, я иду. Никуда не ползи. Нет, никуда не ползи. Никуда. Жук, я пришла. Жук, я пришла к тебе на помощь. Это ты звал. Жук, почему ты молчишь? Жук. Это был не ты? Ратунку! Помоцы! Нет, кажется, это был не жук. А, за кулиска! Он знает мое имя! О! Это, кажется, какой-то неизвестный науке зверь!